Йоху! Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер. И продолжаем выживать. 100 дней при максимальной сложности бессмертей в Sons of the Forest. Друзья, уже четвертый день выживания. Ложимся спать и идем сегодня за лопатой. Мы взяли тросомет, мы взяли... Появился вот... Мы взяли акваланг, нам это дело пригодится. Появился у нас уже лут. Забираем его, батарейка уже не вылазит. Бери вкусняшки, бери попкорн, продолжаем выживать. При максимальной сложности. Стрел у нас много уже скрафтили. И вперед. Мой друг Келвин на улице нас ожидает. Надеюсь на это. У нас 7 часов утра, уже 7:30. Так, зажигалку. Не вижу, куда идти. Забираем сегодня лопату уже в пещере. И будем, конечно же, бегать по бункерам. Искать уже другой лут. Современный лук, катану, золотую броню и так далее по списку. А сперва у нас лопата, которая находится вон там, в центре. Центральная пещера. В принципе, знаете, довольно такая опасная пещера. Большая пещера. Так что придется-то маленько попотеть. У нас нет броника, но кажется, здесь веревка. А, веревки тоже нету. А костей у нас 11, достаточно. Изоленты у нас 10. Мне нужна веревка. Где найти веревку? Давай вперед. Келвин сзади меня. Пришел ко мне, нормально переночевал. Так, нужно поесть. Нужно попить. Кстати, есть рядом речка. Сейчас мы покушаем мясом. Потом запьем все это водой. Так, ну поел нормально. Давай еще кусок. Парочку оленей. Это мясо испорчено. Нет, жареное вроде бы. Нет, походу испорченное было. Да-да-да, я заметил плесень. Последний момент, когда уже доедал. Давай-ка пей воду как раз. Допивай полностью фляжку. И набираем прям тут воду. Видишь, когда отравлено, сразу теряется жидкость в организме. Ну, понятно, он заболевает. Так, запивай, запивай все. По пути, пока мы бежим, в ту сторону примерно. Да-да, все правильно. А дальше запиваем еще. Удобно разработчики сделали быструю кнопку. Так, ну, давай так попьем, наполним флягу. Долго-долго запивается все это, конечно, дело. Выспались хорошо. Это замечательно. Так, по компасу. Нам в ту сторону. О, смотри, какая поляна. А, здесь озеро целое. Большое озеро. Но оно замерзшее. Обычно вручу. Рычушку, зайчишка, белка. Кто тут? Белочка. Ну, белки пускай бегают. Такие мохнатые. Интересно, а можно строиться прямо здесь, на льду? Хорошая идея. Надо будет подумать, да, мы? А нам бежать в ту сторону. Погнали. Да, нужны веревки. Кости есть. С костями проблем нету. Туземцев тут полно. А вот с веревкой проблем. Веревка, изолента, вот это самый дефицит. Чтоб делать броник. Да, в принципе, что еще нужно? Ну, мясо, парочку кусков туземного. Тоже можно. Сойдет. Так, чуть правее. Поднимаемся в гору. И, кстати, сегодня можно будет сбегать, если успеется по времени. Выйдем из пещеры. О, погоди, куда-то я пришел. Будем выносить. Так, вижу двоих. Вижу троих. Четверых я вижу. Точно. Так, есть у них лут, конечно же. Будем выносить ребят. Промахнулся. Ну, это не промахнусь. Так, забираем стрелы. Так, отдыхай. Так, еще двое были. Точно, были двое. Ребята, вам не страшно, что ли? Какой ты шустрый там. Там веревка есть, кстати. Там главное, чтобы сзади никто не подбежал. А, чуть левее надо было. Не проблема! Как хорошо мне вынесло. Ну хорошо, давай уже по полной тебе. Загрузим. Загрузим по полной. Так, троих. Троих я вынес. Еще четвертый был где-то. Вон, вон, вон идет четвертый. Тоже отдыхает. Что-то уронил. Мы заберем. Какую-то сумку забрали. Так, четвертого вынесли. И все, да?
Вот здесь хорошо стоять. То есть из кустов никто не выбежит. Вон я вижу, кто-то уже бегает, мелкий бегает. Ну, где один мелкий, там и много мелких. Так, погоди, что у нас есть тут? У меня и так много костей. Что у нас? Мне нужны веревки. Мне реально нужны веревки. О, музыки. Смотри, сколько здесь музыки у них. Туристов грабанули точно. О, веревка одна есть. Есть вторая веревка. Как раз идем в пещеру. Так, есть костюм. Костюм мы заберем. Так. Ткани много тоже не бывает. Так, еще веревка. Кстати, много-много всего мы взяли. А, берем, ребят. Берем в костер, бросаем их. Давай-ка здесь. И делаем броник. Так, он вроде четверо у меня здесь отдыхает, ребят. Вот четвертый. Пока снега, пока не видно их. А когда убиваешь зайцев, вообще их не видно. Так, и четвертый где-то тут. Ну, вон, ребята бегают. Можешь ему оставить одного. Обойдется, в принципе. Моя добыча. Ну, главное, чтобы они, знаешь, спину мне не ударили. Так, мы таблетки сейчас глотнем. И сделаем костер. К тому же двое прибежало. Так, делаем костер. О-о-о-о-о-о, спокойно, спокойно. Ну, я успею сделать, нет? Может, правда, коктейль молотом поджечь? Где он здесь? Не вижу. Делается, не делается. А вот, делается. Давай, давай, скорей, скорей. Анимация вообще-то долго проходит, понимаешь? При максимальной сложности без смерти это все просто на удачу. О, напугал ты меня, Келвин. Так, ребята у нас обгорают. Мы делаем броник. Мы взяли сколько? Две веревки, кажется. Три веревки. Вот это здорово. Вот это здорово. Сейчас мы все здесь крафтим по-быстрому. Так, можно сразу бросить две веревки, две изоленты и много костей. Так, мы набросали. Давай-ка скрафтим. Интересно, когда здесь лазишь, туземцы могут нападать, либо нет? Это я еще фишку не понял. Выживаем 5 дней, я это еще не понял. Так, два броника у нас есть. Так, забираем кости. Черепа. Черепа. Кстати, можно будет черепа. Ребята бегают прям как зайца. Обогреваемся, пока обогреваемся. Так, все, много костей. И третий броник, потому что веревок больше нету. Опять нет веревок. Изоленты, в принципе, достаточно. А, все, нужно... Всего одна броня. Три броника. Идем в пещеру. Так, одеваем сразу же. Так, ребята еще, кстати, не обгорают. Бросим маленько сюда их. Забираем максимально, что сможем. Знаешь, нужно будет пометить территорию. Тут я реально, друг мой, говорю. Давай пометим территорию. Мы берем вот таким макаром. Мы втыкаем. Можно даже несколько. А, у меня же есть палка в руках. Втыкаем дальше. Мы втыкаем дальше. Вот и все. Сейчас насадим черепа. Берем просто череп. У нас много черепов уже. Три штуки, правда. Вот так. И втыкаем сюда. Замечательно. Сделаем кладбище здесь уже. О, замечательно. Забираем эти черепа. И сделаем в другом месте. Пометим территорию. Так, все максимально. Веревок больше нету. Все, пометили. Птички уже начирикали. И можно, кстати, камнями все дело обложить. Вот таким макаром. О, только, правда, камней не хватает. Не хватило буквально один камушек. Чтобы, знаешь, укрепить тотемы. Все, мы уходим. Кто-то рычит, чем-то недовольный. А мы уходим в пещеру. Пещера вон туда нужно, наверх. Ну, вроде все забрали. Наверх в горы. Там находится у нас рогатка у входа в пещеру. И, конечно, находится лопата в самой пещере. Какие-то, смотри, следы. Возможно, туземцы. Так, есть. Хочет маленько попить. Давай-ка попьем воды. Сделали броник, здорово. Нашли племя, которое не показано на карте. Ну, кстати, прям возле дороги. Можно будет сделать парочку серий. Так, нужно подняться наверх. Тут есть тропинка. Парочку серий сделать, чтобы как раз ходить по дорогам под The Forest. И конечно же, Sons The Forest. И, олень. И находить эти племена. Их просто истреблять.
Ну, кстати, вот олень мне пригодился, там, походу, туземец вылетел. А я прям через него, как заяц. Во-во-во-во-во, олень вылетел. Такой, стой. Попал, не попал. Хотя бы разок там. Прям в полете не получилось. Не жалко стрел, вот не жалко. Для оленя не жалко стрел. Устал мой друг уже и бежать. Нет, я не догоню. Мы уже пришли к этой пещере. Холодно, сейчас мы обогреемся. Прям тут, наверное, туземцы бегают. А вот рогатка, друзья, находится. Как раз вот двое ребятишек. Они замерзли. Забираем рогатку. Забираем, о, кстати, веревка. Где ты тут орешь? Прям перед подо мной. Так, здесь что у нас есть еще? Денег много. Кто-то орёшь. Жалко, стрелы здесь и убегут. Ну да, убежали стрелы. Ну, хотя бы убежал. Так, забираем ткань. И нужно обогреться и пойти в пещеру. Кэлвин, ты где? Ты пока у меня отдыхаешь. Какое-то рычание, что ли? Ну, ребята. Ребята бегают. Можно сделать, Питер? Мне нужно обсушиться, мне нужно обогреться. Там еще олени бегают, тут ребята бегают. Давай-ка вынесем, если он успокоится. Там еще ребята. О, пойдем в пещеру. Так, готово. Мясо вроде какое-то есть, испорченное. Не испорченное. Ну-ка, давайте мы все-таки покушаем. О, нормально, все. Я готов, в принципе. Быстренько сделаем костер. Обсушимся, обогреемся. И идем в пещеру, идем за лопатой. Так, ну поджигай. Главное, знаешь, не наступить на костер прямо здесь. Слушай, не поджигает он здесь. Он не хочет поджигать здесь. Кэлвин, здорово! Ты где у меня лазишь? Давай-ка тут быстренько. Быстренько нужно обсушиться. Потому что в пещере будет холодно очень. О-о-о-о! Смотри, броник не потерял даже. Удивительно! Ребята, не дают обсушиться. Загоришься, не загоришься! Минус броник, конечно же. Кэлвин, ты где? Помогай мне. Эти маленькие ребята не дают даже обсушиться мне никак. Сейчас быстренько пополним. Смотри, максимально пополнили. Все, погнали. Вот и все, что надо было сделать мне. И идем в пещерку. Конечно, без фонарика. Фонарик я еще не взял, к сожалению. Как говорится, не было времени. Но, в принципе, зажигалка пойдет. Так, как раз вот он. Место. Так, ткань. И полетели. Здесь нужен только росомет. Без него никак, друзья. Так, здесь, по-моему, есть интересно. А лук собрать нужно будет все. Пока я что не вижу. Племя. Проплыви тут буквально чуток. Баллон нам пригодится. Так, есть ребята. Изолента. Скотч. Уже пригодится. Таблетки нам не нужны. Кстати, уже замерзает здесь. Ну, не критично, в принципе. Нормально. Ну, в принципе, и все. Все, и давайте акваон как раз нужен. Здесь у нас ничего нету больше. Так, погоди, там был какой-то проход. Возможно, нужно проход был. Вон там был проход. Это просто ужас. Просто в этой пещере я еще ни разу не был. Вот в чем беда.
А, нет, погоди, я туда пришел. Мне нужно туда. Мне нужно только сюда. О, вот нашел проход. Отлично. Два броника есть. Я думаю, сойдет. Конечно, воевать мы с ними не будем. Потому что очень тяжко. Их бывает трое. Узкий проем. В этих пещерах невозможно просто развернуться. Если взять дробовик, и, конечно, с ним зайти без проблем. Но. Все, вынурнули. А, снимаем акваланг, чтобы нам не мешал в движении. Давай-ка зажигал. О, ребята, здорово. Трое здесь уже бегают, четвертый. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, черт. Тут главное увидеть, куда. Так, и снова под воду. Так, тут есть проход. Давай-ка в проход. Вопрос в другом. Как потом выходить отсюда? Вот это реально будет вопрос большой. Забираем быстренько все. Фу, здорово, ребята. Сколько вас здесь? Слушай, один удар, и весь броник минус будет. Мне броник еще пригодится. Так, тут нет прохода. Тут нет прохода. Стой. Не сюда, походу. Так, минус, да, вижу. Так, я отсюда пришел? Или не отсюда пришел? Таблетки. Нужны скорее таблетки. Глотай таблетки, мутанты. Ух. Таблетки есть, все нормально. А я вижу, есть еще мутанты. О, демоны. Это демоны у нас. Устал чертовски, он бежает. Стой, я заблудился. Я пока что маленько заблудился. Бегом подальше от них. Там еще мелкие прыгают. Демоны. Пей таблетки скорее. Мы на таблетках. Мы сегодня просто на таблетках. Ух. Не хватает. Против демонов нужен крест. Я тебе серьезно говорю. Замерзаем. Хоть я обогрелся, а все равно замерзаем. Так, снова мы под воду. Ну, деваться нам некуда. Как потом отсюда выходить? Вот это реальный вопрос. Хоть где-то передохнуть. Тут негде передохнуть. Смотри, они везде. Бери топор, бери пистолет уже. А куда стрелять? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, нет, бери все-таки топор, нужно бежать вперед. Бежим вперед, скорее, там много мутантов. Топор где твой? Топор потерял. Так, не сюда, нам сюда. Вижу свет какой-то. Пещера большая, спору нету. Пещера, возможно, интересная. Ну, при максимальной сложности, чертовски. Я уже пришел, кстати, вот она, лопата. Тут еще и демоны. Тут демоны! Забирай лопату. Так, дальше, куда? Нам сюда? Нет, не сюда. Погоди. Обратно идем. Идем пока что обратно. А, куда идти? Пока на таблетках, пьем таблетки. Там еще мелкие, там еще бегают. Нужен фонарик в таких случаях. Реально, нужен фонарик. Так, под воду. И что дальше? А как дальше выходить? Я же там... Блин, чертовски. Чертовски и страшно, друзья. Но я сейчас выйду туда. А потом куда идти? Так, выныриваем. Ух. Я не смотрел ролики, но мне просто сказали, просто лопата находится в этой пещере. Вот и все. Страшно. Очень страшно.
Здесь большое пространство. Мне нужна вода, наверное, и все-таки выйти. Как знаешь, было с аквалангом. Но пока что я не понимаю, куда идти. Ну там, по идее, нет воды. В море нету. Вот это полная задница. Где тут выход? Второй, третий. Ребята бегают за мной. Еще бегают за мной. Погоди, ну это все. Это тупик здесь. Понятно. Понятно. Нужно брать крест уже. Так, я походу пошел обратно. Тут понятно, что. Ух, ну там слишком много демонов. Там невозможно было пройти. Так, отдыхай. Пока отдыхай на таблетках. Давай таблетки. Таблетки все использую. Нужно найти выход. Надо найти выход. Подводная здесь у нас единственный проход только здесь. Да, здесь нет никакого прохода. Слева, справа. Там нет прохода. Слушай, может вынести, попробуйте. У меня, в принципе, есть динамит. Сейчас мы разберемся с ребятами. А выходить чуть дальше. Забыл зажечь. Забыл зажечь. Вижу, ребят, используем взрывчатку. Сейчас будет здесь жарко. Сейчас будет жарко здесь. Мы всех вынесем. Я все потрачу, но я выживу отсюда. Я вам серьезно, ребята. Вы не на того напали. Надо сделать гранату нам поближе. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не так быстро. Давай еще одну. Давай еще одну кидай. Нет, не надо срывать. Он ему хана уже. Ну, давай добьем его. Вот так. Снимать нечего здесь уже. Тут реально снимать нечего уже. Так, есть еще. Так, бежит ко мне. Нужно взрывать его. Один остался, что ли? Один остался, меня оглушил аж. Сейчас мы с тобой разберемся. И возьму как раз броник хороший. Слушай, как он по стенам лазит, ты посмотри. Нормально. Один на один, как говорится. Стой. Ну, конечно, на звук реагирует. Там еще один пришел. Ну, слушайте, я так не ждал. Я вас не ждал совсем. Используем взрывчатку. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Погоди. Страшно, очень страшно, конечно же. Пока спать не хочет, есть не хочет. Мы пока воюем, друзья. Пока что мы воюем. Возьми что-нибудь. Мне нужен свет, больше света сюда. Зажигай. Бросай там здесь. Трупы лежат. Он застрял, походу. Мой шанс. Отличный шанс, разрубили. Ноги, руки, все, готово. Забираем броник. Одеваем броник, броник нам пригодится. Сколько таблеток осталось, я не знаю. Там еще один бегал. Одеваем броник. Мне две жуткие брони. Отлично. Так, уже свет потушил. А еще зажигаем. Движемся вперед. Да, пещера интересна. У них чертовски опасно. Но при максимальной сложности это очень опасно. Так, мне туда надо выбираться. Ну, пока никого. А где второй нож? А вот второй, кажется, подходит. Где он, в другой стороне, что ли, пошел? Не показалось мне. Пока что никого, все закончились. Вот и мелкие бегают здесь.
Да застрял. Слегка застрял. Так, здесь прохода у нас нету никакого. И вниз пройти мы не сможем. Воу-воу-воу-воу. Главное не упасть. Да, он вниз не проходит. Оу, демоны. Демоны, кстати. Ух. Пещера. Нам придется выходить в тот холл, походу. Ну, поплыли. Так, взяли броник, уже хорошо. Осталось найти выход. Гайды не смотрел? Ну, сам пытаюсь. Сам пытаюсь я найти. Так, нужно снять акваланг, потому что тяжело идет он. Нам придется бегать. Воу-воу-воу-воу-воу, здоровый. Прям, смотри, на проходе. Какие узкие проходы, и невозможно пройти. Ну, проходи чуть дальше, проходи сюда. Пробегу я. Жуть какая. Пробегу я сам. Все, нормально. Подвинулся слегка. Здорово, ребята. Фонарика нет, вот в чем беда. Вышел снова я в главный холл. Вышел. Где-то что-то упустил. О, проход упустил, смотри. Пропустил проход один. Что ты? А, ты устал. Я думал, ты замерзаешь. Но здесь я не был. Ну, ребята отдыхают. Камни летают. О-о! Мне, наверное, вот сюда, кстати. Давайте, взорвем. Есть что, чем взрывать еще. Взрываем. Топор, ты где мой? Взрываем и проходим. Да, все нормально. Смотри, я просто пропустил один проход. Ну ничего, зато сделали броник. Себе забрали. Воу-воу-воу, как успел вовремя поставить блок. Вот это здорово. Выходим уже на поверхность, друзья. Все уже практически. Минус броник, ничего страшного. Я еще живой. Пока прохода нет никакого. Тут аккуратненько про вниз. Вниз? Прям вниз, что ли? Ух! Живой. Мутантов много здесь. Но у нас есть лопата, и я вышел из пещеры. Ух, обалдеть. Вот это, да сколько времени? Главное, что, знаешь, чтоб не стемнело. Уж слишком. Ну, вроде бы светло. И я вышел. Где, интересно, я вышел? Ну, где-то рядышком. Внизу, вверху. Сколько времени сейчас? 3 часа. А погнали дальше. Дальше. Наверх, друзья. Я вам покажу, где находится нож, чтобы открывать консервы. И там можно как раз сохраниться, там можно как раз и поспать. Время есть, время позволяет. Мы спустились чуть ниже. О, оленя. Вот олень мне как раз сейчас и нужен. Не догнал. А вот он, другой, возможно, олень появился. Ну, он мой. Да, нет, походу, пока еще не мой. Там какой-то туземцы бегали возле воды. Я через него сиганул. Устал слегка. Ну, понятно, он замерз. Давай-ка посмотрим, куда нам бежать. Вон туда, на гору. Там красивый пейзаж будет. Очень красивый. Там палатки есть, там переночуем. Или, если что, сделаем палатку. Там пещера есть, кстати. Ну, там пещеры так себе. Поднимаемся в гору. Вон пещера. Успеем добежать, в принципе, до пещеры.
А вот и солнышко. Нужно погреться на солнышке. Так, пить не хочет, есть не хочет. Можно, в принципе, попить. Вон как раз озеро. Там возле палаток. Отлично. Попили. Ну что, друзья, мы взяли лопату. Да, мы взяли лопату. Лопата есть. Теперь можно отрывать уже бункер. Выкапывать их. Взять дробовик, выкопать. И уже выживать с дробовиком. Да, кстати, надо будет. Ну, в следующей серии мы побежим. Где находится бункер? Вон там, где находится лук. Но я взять хочу дробовик, чтобы с ним выживать. Если что, отстреливать мутантов. Так будет попроще. Устал слегка, замерз слегка. Наверху, походу, еще холоднее. Смотри, как сколько уже промерзает. У нас персонаж. Почти добрались. Вон туда ж нужно подняться. Или уже поднялся. А нет, уже поднялись. Все, пришли к озеру. Здесь, друзья, будем заканчивать нас уже. Четвертый день выживания. Сейчас мы, конечно, переночуем здесь. Сделаем костер. Припасы мы соберем. Веревка. Здорово. Тут больше у нас ничего нету. Тут есть сани сломаны. О, веревки. Веревка. Еще одна веревка. Это, конечно, здорово. Кевин, ты где? Ты где меня постоянно лазишь? Много алкоголя. Зайдем в пещеру. Заберем там какой-то аут. Как раз. Мне главное веревок побольше. Чтобы делать броник. Жуткую бронь вынесли. Последнюю. Ну, тряпка, каска. Так, все, здесь тупик, друзья. Ну что, будем заканчивать. Увидимся уже в новых сериях. По выживанию 100 дней. При максимальной сложности, без смертей. Всем спасибо, кто смотрел. И увидимся. Всем пока.